Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. От меня отдалился муж, когда у него были проблемы, он ко мне и был здесь сильно активным, уделял внимание, как проблемы закончились, начал общаться с моими подругами, общими друзьями и своими тоже. Ну, эта ситуация, она в частности говорит о том, что мужчина вам доверяет, да, мужчина вас уверен, вот, и как бы мужчина, ну, объективно, вот, вашу какую-то коммуникацию, значит, ну, считает, значит, чем-то таким максимально безопасным, вот, и чем-то таким максимально комфортным для себя. Вот. Но, конечно, есть проблема того, что воспринимает ли он вас как женщину, да, в этой ситуации. То есть, вот это, конечно, действительно вопрос, потому что то, что он, ну вот, то, что он к вам идет, когда у вас, когда у него проблемы, это, конечно, с одной стороны, неплохо, но с другой стороны, вот, возможно, это говорит о том, что ну, между вами не выстраивается отношения полноценно. А то, что он воспринимает вас как, ну, знаете, как, не знаю, как родителя своего, например, да? Вот. Ну, то есть, вот, просто, вот, вы родитель для него. Вот, такой, знаете, такой, ну, такой добрый родитель. Вот. И, естественно, да, что хорошего в этом ничего нет, да, естественно, что это неприятно, вот, естественно, что, ну, вот, что, ну, что хочется, наверное, чего-то другого, да, вот. Поэтому, если человек ведет себя так, ну, это история больше про то, как вы выстраиваете отношения с мужем, да, то есть вот, ну, буквально, какие основания у вас, вот, собственно, для отношений, вот, и, значит, что вот между вами в целом общего, между вами и, ну, и мужем вашим, вот. А, и вот, собственно, это очень такой момент, как я думаю, серьезный и животрепещущий для вас, да? Вот. Дальше начал общаться с подругами, общается с сестрой своей бывшей, когда по телефону, то я слышу, ничего такого нет, но переписки не вижу, не говорит, о чем не отвечает на мои вопросы. В это время еще стал уходить на кухню, там порой сидит, закрывает дверь, говорит, что мне не мешает смотреть мои фильмы, хочет посмотреть свои, страшно ревную. А, простите, а вот каким образом ревность у вас появляется? Ну, то есть, из чего она появляется? Ревность — это про страх, это про, вот, потребность обладать человеком. Это про определенные такие переживания, да,
Вот. Но эти переживания, они никак, эти переживания, что важно, не связаны вообще с любовью. Вот. То есть это ревность, это вот именно некие ваши такие вот такие собственные страхи, да, некие вот ваши такие вот собственные эмоции, вот, и, собственно, там к мужу отношения, да, ну, имеют вообще постольку-поскольку. Вот. Я думаю, что скорее не имеет, чем имеет. Вот. Нравится вам это или нет. Вот. Поэтому. Откуда берется ну, откуда берется ревность, да, вот этот вопрос нужно, конечно, поисследовать. И, конечно, работать с этим, потому что, ну, извините, в ревности, да, ну, ничего хорошего для вас вообще вот быть не может. Это нужно учитывать. Вот. Что-то вы ревнуете, говорит о бедности вашего контакта. То, что вы ревнуете, говорит о бедности вашего взаимодействия с мужем. А то, что вы ревнуете, говорит о том, что вот, мужа своего, по-видимому, вы ну, в полной мере не знаете, вот, взаимодействуете вы с ним довольно-таки ограниченно, да, то есть, ну, взаимодействуете с ним только как вот, мужчина и женщина, вот. Что, в принципе, крайне недостаточно для вот, ну, какой-то, знаете, полноценной, если хотите, коммуникации. Вот. Поэтому тут нужно, во-первых, выходить из клетки взаимодействия гендеров или взаимодействия, там, допустим, ну, допустим, мужа и жены только. Вот, и переходить все-таки к общению более глубокому, да, более разностороннему. Вот, на мой взгляд, это можно только если вы сами в себе развиваете, значит, ну, личностные черты и качества. Вот, если вы этого не делаете, то, ну, понятно, что сложно будет, значит, ну, выстраивать такую коммуникацию, сложно будет выстраивать такое общение. Вот. Но, тем не менее, да, это не означает, что делать ничего не надо, да, то есть, ну, если вот так, получается, да, что вы вот ревнуете, ну, это говорит о ряде проблем, и с этими проблемами нужно работать, да, то есть сначала вот, ну, я бы сказал, несколько, как бы это так сформулировать, обособить, наверное, будет это самым правильным термином, словом,
обособить свою ревность, нужно вот, сделать ее не привязанной к тому, что происходит вот сейчас, в частности, вот, с вашим мужем. Вот, и сделать, значит, ее самостоятельно таким симптомом, вот, который в целом мешает вам жить и мешает вам, ну, контактировать с мужем как-то, как-то адекватно, да, мешает вам это делать. Вот, это то, на что, на мой взгляд, вам нужно обратить свое внимание. Вот, с ревностью нужно работать. Вот. И очень часто бывает такая ситуация, когда ревность, вот, знаете, нежелание там, того, чтобы партнер изменил, да, и так далее. Вот. Очень часто бывает так, что это про то, что человек, то бишь вы, например, сам хочет изменить, да, ну вот себе как-то это запрещает, вот, не позволяет себе это, и вот в итоге проецирует, переносит. Значит, вот это все на другого человека. Вот. Поэтому вам тут надо бы разобраться вот, в отношении со своим мужем, вот, в отношении к своему мужу. Необходимо разобраться, потому что если вы к нему, вот, что называется, ну, если вы чувствуете, что, вот, ну, прикипели, да, к нему, то есть, если вы чувствуете, что нуждаетесь в нем, что вы зависимы от него очень сильно и так далее, вот, то это вот такая, знаете, может быть, завуалированное отвращение к человеку, да, и, ну, стремление, наоборот, держать его от себя подальше. То есть вот, если у вас, ну, если у вас слабые личные границы, а то, что позволяет себе муж по отношению к вам как-то вот наводит как-то на мысль о том, что у вас могут быть слабые личные границы. Вот. Значит, соответственно, ну, это не может это не вызывать какое-то вот, ну, раздражение в ответ. И, соответственно, если вы это раздражение подавляете, да, вот, ну, запрещаете себе его, вот, то оно, кстати, может выливаться вот то, о чем я говорю. То есть вот такую вот ревность, да, и вот, какие-то мысли относительно того, что человек может вам изменить, хотя совершенно не факт, да, что он это, ну, совершенно не факт, что он это действительно сделает, да, потому что, ну, это не так просто, как кажется. Вот, то есть это не такая история, что, ну, что взял, пошел, изменил,
Это совсем непросто. Совсем непросто. Это сделать. Дальше. Может, не хватает общения, так раньше его друзья часто приходили в гости, сейчас женаты, уехали к женам в другой город, переехали. Без разрешения не может никуда ходить. А почему жена, ну, если мы говорим, да, вот, о поведении жены, да, то почему жена вообще, в принципе, вот, ну, позволяет себе, да, что-то запрещать, то есть, ну, жена же, она, как бы, ну, не надзиратель, вообще, вот, жена, она, партнер, вот, то есть, для меня тут вот в таком случае остается несколько загадкой, как вы, да, пришли вот, ну, к тому, чтобы что-то запрещать кому-то. Вот. То есть, ну, это вопрос. То есть, если это, опять же, про ревность, да, какую-то. Вот, если это, опять же, про неуверенность в себе и про контроль, да, то с этим нужно очень срочно работать, потому что, ну, ни к чему вообще хорошему это не приведет. Вот, ограничение свободы человека, свободы передвижения человека. Вот, неприемлемо, на мой взгляд, ну, то есть, вот, это выглядит как то, что вы просто очень-очень неуверенный в себе человек, да, который боится того, что его бросит муж. То есть, и, соответственно, как следствие, это, ну, это следствие того, что вы не принимаете себя, вот. Так, эта девушка страева бывшей, а замужем, ей дети уходят на работу в ночь, и вот вечером не успевает прийти с работы, она ему звонит или пишет, как он говорит, до скуки, она то же самое говорит. И что? То есть вы это к чему? А она ему предлагала встречаться, когда с мужем была в ссорах, он не стал лезть в чужую жизнь, но они общаются обо всем на разные темы, несколько раз подглядела переписку. Но пока я могу предположить, что ваш муж отдалился от вас именно вот, из-за вашей стратегии поведения, вот, при которой вы, ну, многие вещи, значит, сводите к контролю, вот, многие вещи сводите к запретам, вот, к слежке, к нарушению личных, ну, к нарушению личных границ вашего мужа, что, на мой взгляд, является неприемлемым. И если ваш муж отдалился, то он, ну, как будто бы он отдалился именно вот вследствие вот такого вашего поведения. Вот. И если вы хотите, чтобы контакт был, да, вот, то нужно, наверное, ну, вести себя в первую очередь к
как-то, ну, более самоценно, да, более уверенно. И, ну, действительно, следить за тем, чтобы между вами и вашим мужем был контакт, были интересы. Вот. А то сейчас получается несколько интересная история, когда у мужа свои фильмы, да, у вас свои фильмы, и вот как-то все довольны. Вот. А нет вопросов у вас аноним, вы чего хотите-то? Вот. То есть, какой запрос к психологу? Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.